Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я готовлю очень быстрый и бюджетный завтрак за 20 минут. Нам понадобится один средний кабачок, у меня он весит 350 грамм, и нарезаем его тоненькими колечками. Форму, в которой будем выпекать, хорошо смазываем сливочным маслом и выкладываем нарезанный кабачок. В отдельную миску вбиваем 3 яйца, вливаем 3 столовые ложки молока, 1 столовую ложку сметаны, по своему вкусу добавляем соль и черный перец, 1 столовую ложку муки и хорошо взбиваем миксером до однородной массы. Полученную массу переливаем к кабачкам. На крупной терке натираем 50 грамм твердого сыра и хорошо посыпаем сверху кабачков. Немного зеленого лука измельчаем и также сверху посыпаем. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов и выпекаем 20 минут. Достаем готовый омлет и сверху по желанию еще добавляем зеленый лук. Нарезаем и подаем к столу. Он получается настолько вкусным и легким, что от него невозможно оторваться. Также напишите в комментариях, что бы вы добавили еще к этому омлету. И если знаете быстрый вкусный рецепт, обязательно поделитесь ими в комментариях. Я обязательно приготовлю и поделюсь с вами впечатлениями. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, а вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.